Лазарев Иван, занимаюсь спортом на турбаном с 8 лет. Результаты: 3 раза стал чемпионом мира со своим напарником в двухместных экипажах Павлом Поршневым и 4 раза чемпионом Европы. 3 раза выиграли Кубок мира в общем зачете. В спорт пришел совершенно случайно, вот, но сразу же захватил этот экстрим и остался здесь до сих пор, занимаюсь с удовольствием. Попов Петр, мастер спорта международного класса, выступаю в двухместном экипаже, занимаюсь на турбаном с 7 лет, вице-чемпион мира, неоднократный призер чемпионата Европы. Меня зовут Юрий Талых, я пришел на турбан в 9 лет, мне очень понравилось, полюбил, начал выигрывать. И стою здесь, в Москве, на этапе Кубка мира. Зовут меня Лаврентьева Екатерина. Пришла в спорт в 10 лет. Очень понравился. Скорость понравилась. Достижения: 4-кратная чемпионка мира, 5-кратная чемпионка Европы, 12-кратная обладательница Кубка мира общего зачета. Егоров Александр, город Кандалакша. На турбане начал заниматься в 1985 году. Самые лучшие достижения – это серебряный призер чемпионата мира, 3-кратный бронзовый призер чемпионатов Европы, 2-кратный обладатель серебряного кубка мира в общем зачете, ну и 6-кратный чемпион России. Болейте!